Всем приветики! Решила я навести макияж. А косметики-то у меня нет. Нет. Так, вот такая у меня косметичка моя. И все старенькое. Старенькие тени. Все старенькое. Потому что я не пользуюсь косметикой. Позаимствую у дочи. У дочи позаимствую. А то такие синяки под глазами. А то надо идти мне сегодня. Сегодня мне вызвали. Я прям в шоке. Вызвали меня, значит, куда меня вызвали? Как он называется? Управление образования. Ну, просто так не вызывают. Просто так не вызывают. Я говорю, надо хоть синяки замазать. Так, у дочери такая вот пудра. Что у нас? Консилер. Надо замазать. О, замажем. Синячочки. Не знаю, я как там мажутся, конечно. Я 100 лет не красилась. Дочь, наверное, детским кремом вначале мажет. Потом тут вот есть у нее выравнивающий тональный крем. Но я вначале вот этой штукой, значит, замажу синячочки. Такое вот зеркало. Такое зеркало, кстати, удобное. И оно с подсветкой. Замажем синячочки. Замажем и будем красивыми. Вот. А у нас, значит, проблемка такая оказалась. Я даже не в курсах. Сейчас говорю, надо мне... Оно мне тоже заканчивается. Надо покупать новое все. Нужно. Что мне сделать нужно? А нужно сходить и разобраться. А то, значит, вызывают. У нас, значит, такой есть мальчик проблемный в классе. Ой, он нас с садика заколебал. В начальных классах мы учились отдельно и радовались. А вот в пятом классе у нас пятый класс набрали кадетский. И он попал к нам в класс. Так, что я делаю? Вот тоналка моя. Попал этот мальчик к нам в класс. И начались проблемы у всех. У всех детей, у всех родителей. Ну, родители особо не жалуются, ничего не это. Как-то не знаю. Последние проблемы. Даня пришел, мне рассказывает. Я в школу особо не хожу. Проблем не знаю, как бы. Вот. И значит, смотрю сама на себя. Жирно, наверное, что-то я намазала. Надо в зеркало. Ну, ничего, я размажу. Все, хватит, достаточно. Вот. Значит, этот мальчик разбил одному мальчику телефон. Вот, телефончик разбил. Как уж они там решили эту проблему, я не знаю. Ну, немножко краем уха-то, ребенок-то мне кое-что рассказывает, конечно. У меня-то дети, как говорится, я вот своих детей воспитываю, серьезно и строго. Я не люблю детей, которые стукачи. Есть такие дети, жалобы. Ну, стукачи, так уж говорю, конечно, ну да. Есть такие дети, которые жалуются всегда родители. У меня дети не жалуются, я сама не была жалобой. Я никогда не жаловалась никого. Ну, родителям ничего не говорила. Сама свои проблемы всегда решала. У меня вообще проблем не было. Я могла за себя постоять. Кстати, я за себя очень стояла, я всегда с парнями дралась. Ну, как всегда. Не всегда, конечно, если они ко мне лезли порой. И я могла разбить нос. Могла очень даже хорошенько вдарить. В общем, вот так вот. Как-то бы мне все это сейчас размазать. Матвеечка. Так что, вот так вот. А значит, никто ничего не сказал и вызывают меня, значит, да? Я думаю, ну-ка я пойду разберусь. Пойду разбираться, а что? Что это значит? И вот не могут, значит, с этим мальчиком никак решить. Мать такого воспитания, значит, что она за него заступается. Что бы он ни сделал, она всегда на его стороне. Вот есть такие родители, да, нужно же разобраться, что ребенок, как говорится, кто виноват вообще. Ну, у нас тут никак получается. И по какой причине меня лично вызывают, я не могу знать. Так что сейчас я подмажусь еще. Ой, Наскарина, на, такая вот у нее Макс, что-то написано, Макса, Мак, Маскара. Не может мать прочитать. На, я не об этом думаю. Сыночка, на скорее. Все, маскара, блин. Масками сейчас намажется мать. Вот так вот быстренько. Замажусь маленько, потому что сижу дома, ничего не делаю. Волосы не это, как говорится, в порядок. Не... Ну, что дома сижу, ничего у меня. Да и желания порой нету. Вчера вот тоже с бабушкой, с этой бабушкой, со своей. Еще бабушка тоже много энергии выпивает из меня. Так, сыночка, все, тушь взял и сядь, пожалуйста, пока вот сюда. Пока мама тут немножко подмажет свои эти морщины, синяки.
То что-то туда смотрю, вроде ничего, здесь смотрю, блин, какая-то морда вообще страшная. Прям, в общем, ну, сейчас намажемся, отвлекает меня парень. И пойдем. Так, сейчас все припудрю. Девчонки, пишите свои комментарии, как вот вы вообще относитесь вот к таким вот, как говорится, ситуациям, когда вот так вот случается, что, допустим, вот ваш ребенок не виноват. Ну, как вы, в сторонке, или вы бежите, разбираетесь серьезно, или как это вообще? Ну, я пойду, конечно, мне надо разобраться, в чем причина. У меня дети воспитанные, у меня дети... Сегодня учительница звонила, сегодня звонила мне классный руководитель Виталий. Виталий себя прекрасно на уроках ведет, никому не лезет, ничего. Он у нас парень воспитанный, спокойный, в принципе. Если у меня дети что-то пакостят, ну, они у меня никогда, в принципе, не пакостят. Я с этим разбираюсь, я ругаю своих детей, я вот так вот говорю, что не дай бог. А некоторые родители, наоборот, главное, начинают... заступаться за своего ребенка, даже если он виноват, серьезно виноват. А чужого, значит, они начинают как-то это хаять. Как чужого ребенка хаять? Надо разбираться хорошенько. Ой, мать, подкрасилась маленькая. Я говорю, заколебали. Что-то вот прям нервоз какой-то начинаться. Там звонят, значит, зовут. Я сразу поняла, какой-то скандал. Бабушка сидит, орет песни свои вообще. Вот прям на нервы действует. Новая песня у нас «Саша, я не ваша». Да? Матвейка засопливил, всю ночь не спал, у меня, наверное, вот и синяки, и видок, конечно, не ахтенский. Так что вот такие, а я, девчонки, всегда за справедливость, вот так вот. Так что бежим одеваться, давай скорей, будь здоров. Нет, почему нет? Сегодня пятница, а завтра выходной. Пятница, пятница. Это, кстати, какой вкус? Арбузный? Арбузный. Я так-то газировку не люблю. Ну, хочу попробовать. Вот зачем ее? Вообще, зачем пить газировку? Хотя в детстве раньше газировку пили. Помнишь? Газировка Буратино в бутылках. Такая вкусная была. Ой, мы уже дома, естественно, потому что время у нас бежать управляться надо. Прошлялись. Я только в этом департаменте, или как он называется? Как это называется? Да как я сказала? Куда меня вызывали-то? Департамент о делах несовершеннолетних. Да нет. Че, куда ты? Я вообще забыла, у меня вообще голова не варит. Что это такое, сынок? Дай мне кружечку, чтобы не пить из горла. Сынулька, так что так и не поняла, зачем меня вызывали. Вообще это все в прошлом, это было в прошлом году все. А нынче я так жила спокойно, прекрасно, и на тебе свалилось. Все у нас прекрасно и все замечательно, слава богу. Дай мне кружечку, пожалуйста, сынок, я попробую газировку вашу. Муж купил пиво. Пиво я пью только разливное и бархатное. Бархатное, карамельное. Это не такую кружку, я не люблю кружки. Я люблю вот такое пиво или газировку. Люблю с прозрачных кружек. Где-то у меня кружечка специально маленькая. Вон там в этом висит. Вон кружечки мои висят. Да. И орешки. Сейчас пойдем подоим. Подоим. Муж баню собрался топить. Топите вы, парни, баню. Мы пока управляемся. Растопляйте баню сами. Ну, ты и Виталя. Я вот чуть-чуть вот так налью, потому что я не хочу. Я хочу только попробовать. Ой, так что вообще это все из головы улетает. Вот так вот разнервируешься. Слушай, я правда, я ничего не помню. У нас все прекрасно, у нас все замечательно. Слава богу. Ничего не помню. Все замечательно. Газировка. Так вкусно пахнет. Никакая она не арбузная. Нет, как арбузная. Вкусно так-то. Вкусно. Так что прошлогодний конфликт, якобы конфликт, хотя никто не знаю, дети там, может, между собой как-то у них там что-то были проблемы, а родители никуда не идут и не выясняют. Почему-то у нас в классе родители все молчат. Молчат. Все молчат. Не знаю я, почему так. Ну и все, мне все равно. Главное, чтобы у меня ребенок учился хорошо. Да, Даня? Да, Данечка? Ты что-то мне дал с Минска? Зачем? Я его забыл. Вытащить. А, надо положить документ. Документ. Так что, соленый арахис купил. Набираешь воды, идем доить, да? Идем доить. Еще мясо будем. Прикупили мясо, будем мясо разделывать. Так что, вот такие вот у нас дела. Делишки. Я хотела плов как-то. Ну-ка что, или ничего не варить сегодня, не делать. Завтра выходной, завтра что-нибудь придумаем. А мы пришли, как с голодного острова. Я же только завтракала, обедать я не обедала, получается. И нажарили мы
яйца с салом, И муж морщится, стоит. Я тоже сморщилась потом. Фу. С голодухи как, ага, поешь? Такая вкуснятина. Сальце поджарила, кокошки разбила. Че ты морщишься? Вкусно ж было. Так что все, слава богу. Батарейка он уснул. Время чего? Время 7:30. Я говорю, парни, пусть баню-то растопляют. Ну, а мы доить пошли, ну. Ты набрал воды-то? Воды-то набрал, говорю. Господи. Наконец-то, подоили мы уже. Овец. Да. Мы подоили, муж растопил баню, натаскал воды. Думали ребенку сделать ингаляцию, Матвейке. Засопливил, что-то засопливил, потому что мы же гуляем на улице. Поспал, наверное, на улице, ну, не знаю, так, что-то мамаша я. И первые наши сопли, первые, блин, не уберегла ребенка. Засопливили. Ингалятор нашли. Ой, и как хватишься, все. И все вроде бы на своих местах. Вроде все прибрано. Вот 3 контейнера, должно было быть 4. А где ты, кстати, нашел лекарство? 3 контейнера. На столе стояло. Но 3 контейнера и ничего нигде нету. На, забирай нафиг эти контейнера. Все разбирали, смотрели и... Ну, цыганка-то приходила, пойди украла контейнер. Да иди, начинаешь собирать, раздражать только. Какую-то ерунду собирать, блин. Какая цыганка? Сроду не слыхала, не видала. На! Нашел, слава богу. Где нашел лекарство-то? Я же тебе сказал. Где? Там. У меня уже такой сумбур в голове. Я говорю, там вот что-то, может, сказала и с одного на другое. Потому что в голове столько всего. И вообще, вот такая вот башка, как банка 3-литровая. Думаю, пиво после бани выпью. Сейчас так расстроилась, что нет лекарства. Он говорит, он в аптеку ездил сегодня бабушке покупать лекарства. И... не подумали, потому что оно есть. Ой, и все, я говорю, ну-ка налью-ка я себе вот так вот. Налью сметану, надо вот собирать сметану. Все, в голове вот такая голова, вот такая головешка моя. Да, у кого так вот, такое бывает. Вот мысли как-то не складываются. Одно, другое, пятое, десятое, все в кучу. Вот все в кучку всегда. Я еще до этого думала, так продумываю. Чтобы все по порядку было. У меня ничего не получается по порядку. Вроде все сложено. Вот вроде все как порядком. И все забываться. Вот вообще забываю. Потому что вот... Потому что вот так. Что сделаешь? Жизнь такая. У меня, видать. Да. Как-то люди себя держат так вот. Как бы такие серьезные люди. Порой... А я думаю, иногда думаю, надо и веселиться, и отвлекаться, и дурой быть, Бываю дурой. Так что, вот. А я говорю, сказала, что это сегодня мы... Куда мы вот собирались? Я опять это слово забыла. Куда я сегодня ходила? В управление образования, вот куда я ходила. Вызывали меня. Ага, тоже вот интересно, конфликт у нас был. Конфликт вот, начала... Да, у нас в классе, получается, это даже как бы, как-то у меня лично никакого конфликта ни с кем не было. Просто мне ребенок одно время жаловался, что вот этот мальчик, значит, который с нами в садик ходил изначально, все это сначала самое вошло. Он и в садике на него жаловался всегда. Вот. И все. Ой, что он достает. Достает и всех достает. И чё вот я? Вот я не могу сосредоточиться. И чё достает? Вот я сметану думаю, а думаю про другое. Сметану достает. Отстань! Ты меня тут тоже начинаешь раздражать. Ерунду собирать. Вот, нет, надо мне вот так сосредоточиться. Получается, он у нас с самого начала. Иди отсюда, не мешай мне. Я хочу сосредоточиться и подумать хорошенько. Машет мне. Так. Расскажи мне, Даня, ты. Скажи хоть вот. Вот он тебе в 5 классе, вот этот мальчик, что он делал? Лез. Лез тебе, мешал жить, да? Мешал учиться, да? Доставал. Под шкуру лезет. Вот.
Ну, я тебя не учила драться, там, дерись, там, туда-сюда как-то. Нет, я говорила, как бы, что это... Не обращай внимания, вроде как. А вот как вот, если постоянно к тебе лезут, и когда тебе уже нервы, вот, конечно, я бы уже в морду дала. Но, ну, у нас парень терпеливый, что? Потом вроде... А к одному, к другому, там были посерьезнее конфликты, но родители почему-то молчат. И дети, главное, молчат. Не каждый ребенок расскажет еще, оказывается, своим... Мне тоже, кстати, ты мне тоже не сразу все рассказывал. Ну, я не рассказывала, потому что я детей своих не учу вообще жаловаться. А потом, опять же, начинаю, а что вы мне не говорите, вот матери своей? Надо маме все рассказывать вроде как. А они не приучены рассказывать-то, ну, получается, как жаловаться, что ли, постоянно. Но оно рассказать и жаловаться, это опять разные вещи, да? Приходить жаловаться. Не, у нас такого нету. Такого нету, у меня ребенок не жалуется. Вот. И получается у нас... Проблема-то у нас не решилась. Не решилась проблема. Родители ничего не делали, никаких мер не предпринимали. Вроде как обоюдно все у них расходились. Когда были какие-то... Там вроде как к одному мальчику, потом эта родительница этого мальчика ездила, разбиралась. А такая женщина высокая, здоровая, такая крупная, конечно, приедет. И там такие мамочки, они у нас раз, и язычок-то ей прикусывают. Ничего не могут сказать. Ну и все. И они вроде как все прекрасно и все хорошо. И вроде и разошлись. Но... Я говорю, сейчас вроде, слава богу, нынче тишина покоя, а вот сейчас опять что-то вызвали, как получаться, как по прошлому году. Я говорю, а что вы, вот вы меня бы не вызвали, и все, и было бы все замечательно, потому что, ну, я аж рот открываю, очень громко разговариваю. Но, он говорит, ой, не надо было вас вызывать. Не надо было вызывать. Было бы все замечательно и хорошо. Я говорю, я вообще не вспоминала, я уже забыла. Тишина и покой, потому что у меня ребенок, бабушка туда-сюда. Мне вообще не до этого. В школе у нас прекрасно, дети у меня учатся нормально, все. Проблем нету. Да, Данька, нормально учишься? Даня? Знаю, у меня хорошие оценки. Хорошие оценки? Да. Замечательно. Так что вот такие у нас дела. Так что с этой школой, со всяким местом, не дай бог. Не дай бог никому, чтобы все у вас было хорошо, чтобы дети учились хорошо, чтобы было все замечательно. Так что сейчас вот снимаю сметаны, надо будет, наверное, сделать масло, что ли. Не знаю, в общем, на творог поставить, варить. Так что баня топится. Ольга в баньку торопится. В баню пойду помоюсь и лягу отдыхать, потому что... А что завтра? Завтра суббота, девчонки, завтра ура, суббота, всем хороших выходных. Завтра у нас суббота, будем отдыхать, ничего не делать. Хотя делать мы, наверное, будем, так я говорю, болтаю. Так, мясо, которое муж привез, купили, надо будет мясо разделывать. Сегодня мы на ночь уже ничего, он его замочит в холодную воду. И все, будем что-нибудь делать, вкусненько готовить, может быть, сниму видео. По настроению сегодня вот включилось, я думала, что-то будет интересно, а ничего интересного-то нету. Вот кроме вот этого всего, каких-то разборок, да. Так что пишите, девчонки, как это все вообще вот. У кого бывает? У кого вот бывает такое? Бывает, да. У кого-то бывает. Дети между собой, конечно, там... Дети разные. И по-разному воспитываются. В каждой семье свои, как говорится, свои правила. Так что вот так вот. Вот так. У меня все должно... У меня вот как, по-моему, дети должны слушаться родителей, учиться, заниматься, не врать. Родители должны тоже, как говорится, не врать своим детям, говорить правду. Есть родители, которые скрывают, там что-то там мутят, крутят. Ну, всякие разные родители бывают. Нужно быть правдивыми, серьезными, ну и веселыми иногда со своими детьми, да? В общем, разными. Но самое главное, чтобы были все здоровы и здоровы, еще раз. Здоровы. Вот наболтала, опять вот тут всякое место, потому что в голове такая каша в голове. Так что, девчонки, конечно, самое главное, чтобы здоровье было. Здоровы мы будем. Будем стараться быть здоровыми. Вот. Так что, поснимаем сметану, наварим творога. Вот такие дела. Ну, а завтра... Завтра я не знаю. Завтра будет день, будет пища. Ничего я сегодня не готовлю, в общем. Что у нас было? А, ну мы яичницу жарили, утром я ела. А что я утром ела?
утром я что-то ела. Что-то я ела утром. Так что, не знаю. В общем, я закончу. Болтовня ни о чем. Ни о чем. Так что, девчонки, всем всего хорошего. Хороших выходных. До скорых встреч. До скорых встреч. Всем пока-пока. Заходите на канал Дневник мамы Ольги. Вот. Так что будем делать ингаляцию. Муж нашел лекарство. Ночь, надеюсь, будет у нас хорошая. Потому что ночь мы толком не спали. Потому что он капризничал, Матвейка. Капризничал мальчишка, да, мой мальчик маленький. Так что вот так вот. Такие у нас дела. Приболел ребенок. Так что все, на этом я закругляюсь. Всем пока-пока-пока, мои девчоночки. Пишите комментарии, как у вас.